Символ Победы вернулся на свое привычное место. Спустя 2 года танк Т-34 водрузили обратно на постамент, расположенный на улице Карла Маркса. Сделали это по поручению временно исполняющего обязанности главы региона Олега Мельниченко, прозвучавшему в понедельник. Танк верните, пожалуйста, на постамент. Пусть, так сказать, он там встанет, так сказать, и где он всегда стоял. И вот тогда у нас все в комплексе складывается. Тогда и танк там к месту будет стоять, и, соответственно, будет тематическая экспозиция организована. Напомню, что летом 2019 года боевую машину увезли на реставрацию, где отремонтировали. Планировалось, что 9 мая 2020 танк проедет по городу. Однако этого не произошло из-за пандемии. А теперь он вновь станет памятником истории, обосновавшись там, где до этого простоял почти 40 лет. Тем более, что в старом здании Кровеческого музея разместят экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.